сыр, в трубочку, чтобы у нас здесь сыр. Везде у нас, чтобы сыр был. И точно так же давай с другой стороны. Прямо вместе. Давайте помогу. 1 июня – начало летних каникул и особенный праздник для всей России. Широко отмечают этот день и в городе Сочи. Подобный фестиваль уже проводили на курорте несколько лет назад на площади около Сочинского государственного цирка. А в этом году провести мероприятие решили на природе. Сегодня мы собрались все на ферме Экзарха в связи с тем, что 22-й год главой города Капайгородским Алексеем Сергеевичем объявлен годом экологии. И почему бы не вывести детей на природу и не показать им, насколько прекрасна природа нашего города. Остальные же мои коллеги, депутаты, принимают участие на открытии детских площадок в микрорайонах своих округов, жилых домов многоквартирных. В День защиты детей и первый день фестиваля «Краски Сочи Экоферма» было подготовлено множество площадок для всей семьи. Гости праздника делали арт-объекты из экоматериалов и посещали вольеры с животными. Всем желающим наносили аквакрем и раздавали сладкую вату. Проводили мастер-классы по приготовлению выпечки и сладостей, валянию из шерсти, кузнечному делу, живописи, росписи футболок и изготовлению слаймов. Все это сопровождалось живой музыкой от вокального коллектива и играми для детей и взрослых на открытом воздухе. Давай, не мешай, другой рукой мешай. Здорово, мешай. А теперь ты давай мешай, давай. Организаторы сознательно отказались от соревнований и конкурсов. На этом празднике детства нет победителей и проигравших. Зато есть свобода творчества и просвещение в области экологии. Насыщенная праздничная программа «Краски Сочи. Экоферма» для детей и взрослых продлится на базе комплекса «Экзархо» до 5 июня. Дарья Дмитриева, Дмитрий Петри. Время новостей.